О, Башаров. Анка, ты чё кидаешь меня? А? Вообще охренела, что ли? А что такое? Я случайно, мне просто надо задание делать. Да ну. Да, пойдем вниз. А, блин. А почему ты тайм-аут выключил? А, нет, включил, вступительная речь у меня. Смотри, это Пола вроде как, потому что он там начал бубнить, ойкать, типа, ой, блин. Не, это Лимон, Лимон, он прям сейчас нет, Лимон. Трубль. А, не, да. У Пола школьный я голос, значит, это Лимон, значит, Лимон, реально. А мужицкий он голос. Он при мне убил и убегал от трупа. Я влюблю. Ну, а что-то пахнет лжой, лжой от Барсука. Лжой не пахнет, а мы втроем тебя топим, это лжой не пахнет. Нет, ладно, я говорю, ладно. Лимон, типа, Лимон убил при мне, я могу даже в размен с ним пойти. Типа, ладно, а мне тут сейчас бесполезно. Меня поймали прям на самом... С говном. Да. Ладно, первая катка сразу сокол, это удачка. Это только сокол у нас. Лимон Кэт больше не нужен. А чё, ты убил предателя, что ли? Венок, ты такой просто чел. Надо было двух предателей ставить. Венок, ты такой чел. Дис, я тебе не доверял, не гони на меня. Я сейчас стою, кот на саботаж вожу. Нет, если сокол будет убивать предателей, это... А теперь я не видел, что он предатель. Это случайно произошло. Это чисто случайность. Я прихожу делать Денис галочку. Ты свистит, говорит, здорово. Денис галочку, привет, кстати. Я не тебе. Где галочку? Все, да стоп, стоп. Мы Денис. А, просто ты тоже Денис? Нет. Ну вот, Денис у нас Диса, вот, наш чел. А, галочку начать игру, я понял. Да, да, да. Торможу. Я еще я пиво наружу немного просится. Я плуг. Это не алкаши. Нормальные алкаши не орут, что не алкаши. Они просто орут. Смотрите, он не говорит, я скажу такой момент, смотрите, когда свет выключился, джерицу вместо того, чтобы бежать чинить свет, он начал бежать в мою сторону, ко мне навстречу, мимо меня пробежал. Потому что я пошла с двигателей, да, я шла на электросдвигатели. Вверх. Это поле. Не, ну в итоге ты все равно к нам пришла. Ну потому что я снизу вверх шла, да, на свет. Не-не-не, ты слева направо шла. Нет, я делала задание двигателя и поднялась на свет. Это Поля, она вылезла из люка при мне. Это может быть механик. Она еще говорит, типа, ну ты механик, Поля, или нет? Да, не говорим роли, может быть. А, она не говорит. Потому что он ассасин может быть еще. Подожди, Поля, ты механик? А это опасно спрашивать, если ассасин, Пола. Он просто чего молчит? Я скип. Нет, это Пола, ребят. Это Пола. Я соглашусь, что роли лучше не раскрывать, поэтому в принципе. Это Пола, ребят, поверьте мне. Сокол же молчит всегда на голосовании. А кто меня-то? Кто меня гасит? Мне кажется, Сокол же молчит на голосовании. Сучёныш. Пола гасит, да?
Смотрите, это Пола. Вот, Пола, вскрой свою роль. Ты механик или нет? Че, 2 секунды. Почему ты так топишь за то, чтобы... А в каком смысле? Да потому что я механик. Потому что я механик. Не, подожди, я попробовала. А может ты хочешь, чтобы она выдала роль, что... Не, ну ты второй сейчас полетишь. А может ты не будешь херню нести, чувак? Нет, короче, это очевидно смотри, же, что я мирный. Власть из люха и такая типа говорит, ой, я не то нажал, короче. Вот именно. Это я сказала, что я не то нажала. А, да, я Пола. Да, я тоже. Подождите. Барсук, а Пола вылезала из люка? Она прям от люка шла. Шла или ты? Не, а чё он молчит? Молчун. Нет. Ты кто? Пола, ты кто? Я слышу, ой, я не то нажал. Тихо, пожалуйста. Я уже вскрыл свою роль. Меня бы ассасин бы давным-давно убил. Пола, какая раз быстро. Аусвелин. Я? Он только сказал, что он механик. А ты механик у нас. В него вкидывает. Да, всё. Пола, ты, конечно, молчун. Почему он ментовался, если он шёл со стороны люка? Не то нажал, это что в меня то. Потому что я ему говорю, какая у тебя роль, он молчит 3 часа. Ну, может, это с микрофоном было. Ну, может, он опять молчал. Нет, он говорил, просто там тихо было. И он просто там. Так, это вампой вот этот. Ты погасил свет и решил починить героически его, да? А опа. Это я починил. Вампои. Мимик, я только что допёк. Чего? Какой я мимик? Так, это Паша 657, он в меня превратился. Смотрите, я... Собственно, превратился. Я Анка, Барсук и какой-то мужик. Какой-то мужик. Я мужик? И Паша. Нет, значит, девка и еще мужик. Я думаю, что это джирицу, потому что, смотрите, я был сверху, саботаж заюзали, я начал бежать вместе с Вапковой Е, и она остается... в обратную бежала. Смотрите, у нас остается Паша, джирицу и Паша. Чего? Кто превратился? Паша 67. Он был в смысле превратился? В смысле превратился? Он превратился, я бежал вниз вправо. А, ты уверен в этом? Но там, я думаю, что это джерец. Слушай, ну у вас просто довольно похожие цвета. Вдруг он побежал, как я, короче, он был... За Максима. Ну, в любом случае, смотрите, мы были все вместе, значит, у нас Паша остается и джирицу, все. Я джирицу думаю, потому что пока был саботаж, она выполняла свои таски. Я думал, я спрашиваю, что не бежишь саботаж чинить? No. Делал таски? Ой, дураки. Думаешь, они не того? А кто тебя убил? Меня джирица убила.
все-таки она, да? Она же по-любому да. Лазит. Паша красава. Считали, 3, 4, 5, 0, 5. Дис, кстати, по факту с тобой просто на ранду на скорости пальцев чуть друг друга не убили. Ну да. Ты был в метре от меня, я в метре от тебя, у меня просто пробежчик сразу ны отрезать больше. А у меня там, по-моему, секунда оставалась, короче. Не, у обоих по 40 секунд же. Ну хз, да, может ты просто раньше нажал. Сразу видно, кто в лигу играет, да, кто в ларан. Я просто еще думал, типа, убивать или нет, потому что там чел слева, Вика, по-моему, там была слева. Да я даже не думаю, тебя убил. Красава. Мне было плевать на последствия, моя цель тебя была вывести. О, нет. Ты тоже умерла, да? Да. Привет. Короче, я выхожу сейчас с телепорта, мы были вместе с голубым, вот. Лежит сразу труп. Вот, и там выбегает, типа, фиолетовая голова. Это саморепорт, скорее всего, саморепорт. Нет, я говорю, нет, мы с голубым не вместе, да. Нет, она при мне убила, желтая при мне убила, желтая. Я с ней в игру бегал. Мы вместе были сами... изначально, мы помнили. Значит, вдвоем. Желтая убийца. Сами... Короче, объясняю, где... что было. Мы были с... Мы были в правой половине части. Вместе. Там прибежал желтая, точно, прям, это желтая, желтая убила. А ты, чел, ты топишь за нее, значит, ты пытаешься прикрыться, я вкидываю в тебя. Потому нет, что я с ней бегал, она я в красную. Желтая, желтая. Я с ней бегал, мы с вами убежали с телепорта и трупы. Мы вместе бегали, так не может быть. Желтая убила при мне, потому что я желтая птица. Чуваки, чуваки! Я пытался всю игру, реально, чтобы да. меня выкинули, и не мог это сделать. Ах ты, бля! Почему? Ребят, вы должны были игнорить его. Желтый при мне убил. Смотри, Барсук, выключи Дода, оставь только дуэлянта, потому что Дода это клоунская роль. Нет. Я понимаю, но оставь дуэлянтов, оставь дуэлянтов. A few moments later. Кензибен. Опанка, иди, иди со мной.
три трупа дезинфекции в этом, в биолаборатории. Короче, рассказываю. Мы туда поехали, я, Барсук, вот этот Аусвелен, Белко и Паша. Да. Паша потом подъехал. Мы разбежались по заданиям, в итоге все уехали, кроме меня, Барсука, Паши и Анко. Я, Барсук пошел за Анко, я поднимаюсь, нет ни Барсука, ни Анко, и там Паша бегал, и я свалил по Шурику. Я так понял, там у него килл в карьере. Ты про синего, там который тебе попало? Паша, который Паша 657. Ну я его это подозрение, что если он... Не было киллов. Лис. Или Жужуцу. Чего? Нет, у нас нет, же нет, еще и морф это не Джирицу. Нифига мне стрепочный труп. Она только приехала, она бы не убила столько, тем более. Не, короче, скипаем и бегаем вместе, пока остальные таски не выполнят. Да, согласен. Я уже сделал, там же мало тасков. Я тоже все таски выполнил. Диса трейтер. Поехали, Паш. Стой. За что? Не только Паше доверяю. Вот ты маленький сердцеед. Ну он такой добренький, миленький. Убийство не делал. А я розовый. Вот еще какие-то рандомные челы в Дискорд зашли. Угу. Химицу и Медзу. Ну они вроде нормальные. Опа! Опа! Я надеюсь, вы видели, да? Да, прямо на моих глазах. Поло на моих глазах резанул. Дисы или Поло? Поло. Сначала Поло, потом Дису вырезаем. С Поло, с Дисой и Желтым поехали. Какого Диса? Сначала кого? Поло выкидываем, поло и все, игра закончена. А мне кажется, Диса с Лимоном, блядь, все-таки вдвоем. У нас один имп. Один? Не, у нас один имп. О! А у меня есть маленькое подозрение, тут я Жужуцу у нас. Кто я? Не, я пока роль открывать не буду. В том мостике был Поло и Диса. Я с Жужуцу и Паш запрятанным. Вот на другой стороне. Винох, он мог быть спокойным импом, а у нас остался какой-нибудь сок. Или наоборот, может быть спокойно. А что ты подозреваешь, Диса? Типа, мы даже сейчас втроем бегали. Я никому сейчас не доверяю. Я только Паше доверяю. Это точно не фиолетовая, я думаю, это не ты. Ну, по статку это Паша. Это не Паша, я ему доверяю. Это Паша. Да, почему ты ему доверяешь? Почему потому ты что ему он задание ходит делать, что ему делать? А у других тоже есть фейковые. Он мог спокойно тебе делать вид? Я ему верю.
Если жжутся. Он будет помки неплохим, я разочаруюсь, Миля. Я мимик. У меня есть поэтому подозрение, что у меня... Я надеюсь, никто это не... Я все выполнил, на последний все с Стасом остался. Да. Это был Диса. А ведь? Вова, что? А, нет, Пола. Это по заданию. Мы там просто сразились и убили все друг друга, понимаешь? Я просто прибежал последнего, доел. У меня было подозрение, что это Диса. Так это, ну я и был соколом, но я не мог сейчас ребята. Ничего сделать. Давай следующего. О, Мец, здорово. Погоди, тут дальше, следующий. Что так, по очереди говорите, я не... Чё вас так много тут? Кто вы такие? Не, нас мало. А Бискотча зашли ещё. А норм слышно? Да, хорошо слышно. Так, там есть еще люди? Да, сейчас выйдут. К нам еще зайдут ребята сюда. Бьем. Там дискорд новый, какие-то люди. Two hours later. Нет саламандры. Братишка, я с тобой буду гонять. Теперь мы с тобой карифаны. Паша не свисти, денег не будет. Так это я свищу, у меня будут. Ой, как вас здесь много. Да. Ой, тут Паша, мне кажется, это Паша, потому что он задание не выполняет. А я просто не понимаю, я немного не понимаю, что... Ой, да блин, вы шо? Нормально. В общем, труп у банка, вот, на выходе из банка, я видела только, как убегал сама утка, которую убили, так что если у вас есть инфа какая-то, то прошу. Похоже на саморез. Подожди, подожди, у нас морф, да? Варп... Ну, выход из банка. Ну, то есть, я видела, как вышел вот этот черная птичка, Диса. Диса, да. И... там его труп сразу лежал, и все. То есть, кто-то убил его и убежал. У тебя какие-то странные показания. Ты говоришь, что там был труп и убегал от трупа такой же... Нет, я говорю. То есть, сейчас заново скажу. Черный убегал от черного. Я подхожу к банку. Оттуда выбегает черный, я подхожу, а там уже его труп лежит. Вот. Ну, то есть морф у нас. Убил. Ну, то есть у нас морф. Нет, я просто не увидела, кто его убил. Она просто видела за всю игру только черного, все. Короче, по-моему, он до-до. Бред какой-то сраный, я вообще ничего не понял. Ну, потому что я плохо объясняю. Я в апкью. Смотри, у нас было два черных, да? Ты видела два черных? Один дохлый, один живой. Нет, я не видела одного черного. Я видела, как он выходил, а когда я к нему подошла, он уже был мертвый. Тихо, мужики, она, короче говоря, она не видела, кто убил, не видела, как убили. Сади, подожди. Это, походу, канадский гусь. Походу, канадский гусь, ты саморед. Может быть. Ну, соглы. Нет. Да, это, походу, канадский гусь был. Смотрите, по этому киллу это не я, не Анка и не... Паша. А что ты прикрываешь? Это никто не может быть. Потому что мы вместе стояли, поэтому и прикрываю. Что за тупые вопросы? Трэш. Здорово. Туру-ту-ту. А где они? Куда мы все убежали-то? Ну, у нас клан. Ой-ой-ой. Паша, Анка, у нас клан с вами. Клан. Смотрите, сейчас килл в толпе будет. Разойдитесь лучше, пока есть возможность. Ах ты, крысы. Просто... Это фиолетовый. Да какой белый, я в стороне стоял. Алло, я призывал всех отойти в сторону. Какой это белый. Это либо фиолетовый, либо школьник, который орал, что это я. Ты что, покалываешься? Я стояла, насос причищала. Все понятно, это фиолетовая. Дали бы мне еще одну. Смотрите, я вам говорил,
Смотрите, я вам говорил, разойдитесь. Вы стояли втроем в одной точке. Четвером, точнее. Третьего убили. Я потому что чинила четвертого убили. А что ты смеешься? Я слышу, как ты расплываешься в улыбке. Как проголосовать? Что секрет? Кого вкидываем? Фиолетовая. Фиолетовая. Она убила, она на глазах. А подожди, а как убийство происходит? Типа кто-то. Там просто не видел, как фиолетовая как бы двигалась, я потому что видел, как убили. А двигался только ты. Смотри, я отхожу, ты стоял немного подальше. Вот именно, я не мог убить. Ты вообще не двигался. Ну я поздравляю, но я не мог убить, потому что я стоял в стороне один. Я за белого. Ты что, дура? Я в стороне один стоял. Я один. Я не матерился. Ты дура просто. Это факт. Я не матерюсь вообще-то. Я первый раз играю. Да куда оскорбляешь? Я не оскорбляю, но она реально как дура рассуждает. Это факт. Так, чувак, я первый раз играю. Нихуя не знаю, ты угораешь. Так не надо говорить. Долбоёб, блядь. Я не понял с тем ебланом этим, блядь, тупорылым. Да. Ему слово скажешь, он, блядь, в ответ тебе здесь. Мне надо мэру взятку дать. Так, кто тут у нас? Сади. А? Я. У меня хорошая убийственная роль, но мирная. Мирная? Ты шериф, что ли? Да. Так, Паша 657, ты шут. Смотри, да. Есть подозрение. Он что-то в чат пишет. Я, да. Анка и Паша почти все время были вместе, но он отошел, вот последние 5 секунд он отошел, мы его не видели. Я вообще думал, что мы выгоняем Лимонкета в прошлом раунде, я в него был. Тихо, Барсук, стой, у меня есть алиби. Конечно, это... Можете верить, может нет, я говорю, что я в прошлом раунде. У меня оно на руку. Я убил? Я ушел отлить на целый раунд, грубо говоря. Подожди, еще раз. Я отливал, грубо говоря, целый раунд. Я просто ушел в туалет. Пиво наружу. И? Я не мог убить никак. Я ФК в. Слушай, а ты можешь прекратить объяснять нам каждый. Смотри, ты каждую катку напоминаешь нам, что ты алкаш. Ты можешь прекратить это делать? Так почему ты меня кикнуть хотел? Я объяснил, почему я сейчас. Я не тебя, ушел. Так я не тебя, я джирицу. Я хотел тебя кикнуть. А ты зачем Лимонкет сказал? Я сказал джирицу. Ты о Лимонкет говорил? Когда я говорю Лимонкет? Ты сказал Лимонкет. А, у вас голоса похожи. А Барсук, я Барсуку говорил это. Все, я понимаю, что это работает. Хорошо. Аусвилен, будь ты проклят. Период конос. 2-2, они в тюрьму идут. Нет, они не идут в тюрьму. Плыдни. Ну, тюрьма есть, мы идем в тюрьму. А, нет? Плыдни писюнявые. Паша, как дела у тебя? Паша, стой. Я знаю, что ты можешь говорить, почему ты молчишь? Я вот здесь полицейским разговор тет-а-тет. Так, почему вы пришли? Конечно, я все про вас знаю. Так. Он обвиняет меня, что это я убил, короче, этот полицейский. Он что, глупый? Ну да, есть. Мы заходим в участок. Я голубенький и, по-моему, Пола. Из участка выбегает Барсук, там лежит труп. Все. Это либо может быть правда был Барсук. Но, только я нахожусь в мэрии сейчас, и я чекуете. Вы значит, у нас, если это действительно так, то у нас морф. Пика, подожди, пожалуйста, Барсук. Я что? В мэрии сейчас, у меня диалог с мэром задание. Не, ну вот где вот это вот? Годен, не годен, я не знаю, как это называется. Мэрия. А это здание суда. Это здание суда. Так, так оттуда, а там труп, по-моему, значит, нет? Значит, у нас так, морф. Так оттуда и выбежит, Барсук, ну ты сейчас после труп попался. Труп сказали в полицейском участке, чем слушать? Сказали да, в участке. А, полицейском? Сори, сори. Да, в участке. Всё, сорян, Барсук. А я говорю, в военкомат, там годен, не годен. Тогда, Барсук, рядом с тобой кто-то был, чтобы кровь ту взять? Нет, я один, я... Ну это подозрительно. Причем я там стою уже полчаса. Рядом с тобой, рядом с тобой. В первом раунде ходил? Ребзя, подозрительно, можем скипнуть. В первом раунде я не знаю. В этом раунде конкретно в целом. А в этом раунде нет. Ну значит это ты, потому что ты не взял морф.
Скорее всего, это ты, но можно скипнуть. Ну, типа, я не знаю, я делаю задание полчаса. Кто там проходил, я уже без понятия. А ты обычно делаешь задание не полчаса. Ты сам себя сейчас спалил. Меня в тюрьму решили, а меня выгнали. Ходяи. Да что меня выгнали? Действительно. Паша, ты подставил меня. Барсук, ты меня зачем убил? Да я, спроси, зачем я их всех убил? Тех, кто тут летает, не расскажешь мне. Меня кикнули, меня не убивали. Ну да. Ой-ой-ой, а я задание-то не выполняю, ой-ой-ой. Я могу разговаривать, меня слышно? Да, да. О, ах ты барсук пи! Ах ты сову! Я тебе поверила, ты меня убил. Нагло убил. Я говорю, подойди сюда. А я тебя специально в угол подозвал, чтобы тебя не видно было. А Паша какого ты приперся сюда и нашел? А ты всех, да, на задание? Так я, понимаешь, тебе верила. Я верила, такая, типа, не понимаю, что происходит. Да, девочка. И... Возможно. И все. Вот тут расфасовка, а вот тут, типа, это. Да-да-да. Так скажу. Вместе гонять, типа, Паша и Вика тебе встречаются. А ты сколько нейтралов поставил? 4 или 3 максимум? 4. Я бы убавил до 3 на самом деле сейчас. Ты на месте бегает. Все, по заданиям выиграли, по-моему. А, нет, черт. Нет, вот поэтому не стоит эти ублюдские роли оставлять. Слушайте, а что ты делаешь? О, да. Короче, что ко мне? Какие вопросы? Ну, суть в том, что ты говоришь, что я убиваю. Короче, труп в пивнушке. Его сделал не Химицу, его сделал не я, не Аусвелин и Лимон Кэт, но Лимон Кэт пришел сверху, хотя кто его знает? Скорее всего, не он. Нет, я думаю, у нас слишком долгое КД, он не мог убить. Избежал. Смотри, это не Лимон Кэт, потому что да, он не мог секунд убить. Он не успел бы. Остается это Паша, и Леван, Пола, и Анко, Пиццу и... Ну, смотрите, я жрутся, она... Да, она рядом. А вот, Барсок, у меня к тебе такой вопрос. А что ты решил? Вот смотри, мы остались там сидеть, ну, Химицу я не знаю, почему за тобой пошла, а вот мы остались пережидать туман в здании. Почему ты решил пойти? У меня, потому что есть интересная роль, я хотел ей воспользоваться, но я нашел не то, что хотел. Ну, ладно, давай роли не говорите, что вдруг у нас... А я не говорю свою роль, я просто говорю, вот, хотел ты сказал воспользоваться. Да хочет, пусть говорит. Я пошел задание дальше выполнять. Нет, я реально, кто как хочет. Преимуществами своей роли. Ну, понял, я сидел понял. В но церкви, вот я никого вообще на эту игру не видел, кроме Вапковой. А как пользоваться способностью роли? Я не понимаю вообще. Но если кнопочка да. Должна быть подписана. У меня нет такой кнопочки, но... Ну, значит, у тебя не активная роль. В смысле? У Сокола есть кнопка. Вапкива. Пахан, скажи мне, ты убийца или нет? Не надо меня убивать, брат. Мы будем с тобой друзьями. Я не совсем понимаю. Чини, чини, чини.
что ты... А, понял, все. Так, у нас тушка на городской площади. Никого не видел. Вот. В общем, я он только что был живой. А с городской площади к нам с Пашей, вот Паша 657, да, я был с ним, и к нам подбежал Пола. Пола вообще бегал странно. Время. Я был все время с Пашей, то есть с начала раунда, сначала я видел Химицу, она пошла налево, Паша подошел, мы стояли возле капитана корабля справа снизу, а потом поднялись вот как раз-таки, где парикмахерская, и к нам подошел Пола как раз-таки с городской площади. Последний, кого я видел, это мы с ним поздоровались, поговорили немного и разбежались. Либо это канат. Химицу, Химицу тоже умерла. Ага, а Химицу туда что? Милая девочка. Либо то есть это двоих завалили. Что вы решили? Канадский гусь. Скип. А, вы все подкидываете? Канадский гусь? Это когда спустя секунду голосуют. Что ты несё? А чё ты смеёшься? А чё, не тебя смеяться? Можно. Пиздец. Ты меня спалил, вот смеюсь. Я так и понял. Я тебя убью. Короче, забегаю в банк, и оттуда выбегает барсук, и там тушечка вот эта лимонкета лежит. Я бежал как раз-таки, чтобы скрыться от тумана, и захожу. Это был только что, вот это был точно канадский. Я ему не верю. Это вряд ли барсук. Вряд ли барсук, потому что его... Я детектив. Я, короче, стояла в таверне, кто-то бежит и говорит, я тебя убью. Смотрите, это точно не барсук, потому что ему голос поменяли. Я детектив. С кем ты пересекался, у тебя голос изменился? С Элевином, Элевин убийца. Я говорю, я забегаю в банк, я забегаю в банк, и оттуда выбегает барсук. А зачем голос тогда менял ему? Так зачем голос менял? Кто ему менял голос? У него голос поменял, не слышишь? И что? А ему что, другой человек не может поменять голос? Нет, но он говорит, что с тобой пересекался. Только потому что, говорю, мы пересеклись, мы... Подожди, а пересеклись, пересекался? Не орите, кого голос даем? Кого мы кикаем? Я говорю, я только смотрите, мы разминулись перед банком с барсуком, и в банке лежал лимонкет. Это канадский гусь. Я так и понял. Смотрите, это не Мэтс, это не Паша, потому что, ну, они не убивали во время вот сейчас, точно. Это канадский гусь, я только что с ним был, я вышел, и он его тут же репортит. Но проблема в том, что тебе могла голос поменять Анка, еще с кем-то там пересекался. Анка могла поменять, но убить... Я не могла поменять, нет. Больше не. Ос. Жалко, что я его не слышу. Паша, Паша. Ты иди от него, это мой Паша. Точно был убийца, 100%. Это мой Паша. Уйди, пожалуйста. Так. Я покараю вот Полу. Чё? Как ты ж детектив? Ну а он бесполезный. Что ух значит ты, мец, я хочу спросить. За раз значит, ради. Мец? Так, у меня вот здесь есть. О, вот мне он кажется... здесь, господи. Он только что...
Мне надо в старую таверну. Надо налево. Парни, жрите. Алло, Ола. Слышно? А где килзон? Да. Скажи, пожалуйста. Смотри, тут вначале вступительная речь идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Анка тебе, да? Смотрите, ребят, Джирицу, Анка и я были вместе. Мэнс 100% мирный с ним поговорил, он сказал, что он мирный. Также точно, отлично, я рад. Паша 657 точно мирный. Остается Пола. Пола, ты лоханулся. Куда? Ну, а здесь все, дело раскрыто. Так что, понять, где ты репортишь-то? Ты с ним перечекался? Я на его на улице пересек, он что-то бегал на фабрике. На фабрике, да, я не знаю, где это теперь находится, ну ладно. Подожди, это мне голос поменяли, а я пересекался только с Анка и с Джирицу, по-моему. Ну я вот, видел а и Пашу, раунде, и Пол, и Барсуку могла поменять голос тоже Анка. А в чем смысл голос менять? Это что? Ну вот, для Рофла, да. Это убийца может поменять голос. Чтоб тебя не воспринимали всерьез, да, типа? Ну, того кикнули. Ну, типа того, да, может и такое быть. Ну, да. Все, вот. Мочканули. А, это он? Я не сразу понял, как медиум работает, как и не нашел эту кнопку. Shift не нашел. Паш, я не понял эту кнопку. Ну смотри, а ты видишь, ты сколько убито в этом раунде? Да, я понял, все, я почитал, как она работает, я просто говорю, я второй раз играю в эту игру и... Паш, я хотел барсука убить, но ты меня опередил. Да, слышно.